Саша, ты видел в Пикалево был, ну чё, как там обстановка по кайфу? Волосы выгорели, я просто теперь блондин. Видите, вот блондин. Волосы выгорели, брови тоже почти белые. Мне и краситься не надо, я особо не темный. Чуть-чуть солнца и почти блондинчик. Но ничего. О, Ромка, здравствуй, Рома, здравствуй, привет. Как там на поляне? Что у тебя там случилось? Рассказывай. Мне 28 лет. Рома, как Москва? Ты в Москве или уехал к себе? Покажи, ребят, кого показать. Тут у меня рядом только Димасик. Вот он. Привет, ребят, привет. Димасик, где-то Игорь бегает рядом. Так что так вот. Мне 28 лет. Да я знаю, Рома, что ты уже не на поляне, поэтому и спрашиваю, что у тебя там произошло. Ты хотел написать, а у меня нет твоих контактов. Напиши в директ, я тебе напишу, пообщаемся в WhatsApp. Салам Ингушетии передаю. Нам борщ не готовят. Редко бывают супы, а так в основном греча, рис, курочка. Бывает гуляш. С утра, естественно, яйца отварные едим. Димас, привет тебе от Ромы. Какого? Рома, борода. А, да, привет, он тоже передавай. За все свои слова отвечаю, смотрите эфиры. Слишком много требуете, чтобы я вам рассказал. Кто готовит? Раньше готовил повар, сейчас мы сами в основном себе готовим. С утра только нам готовит повар. А так в основном сами готовим. Морепродукты бывает, отварим. А что еще мы тут едим? Ну и так, перекусами. Четкого питания у нас нету особого сейчас. Ева, как... Сейчас 29 градусов показывать. А так поначалу по приезду был повар, да, питались вообще поначалу четко. Стейки говяжьи, морепродукты, мидии, все готовое было. А сейчас все делаем сами. Но это неплохо, зато не разучимся готовить, а наоборот. Если смотрите, так смотрите внимательно, что вы там. Все увидите. Так. Кто где, в каких городах находится, сколько у кого время, какая температура, рассказывайте, пишите комментарии. Будем делиться временем и температурой. И градусом в ваших городах. Ты серьезно заплатил Щегловой, чтобы она тебя пропиарила? Конечно. Угадайте, сколько я заплатил Щегловой, чтобы она меня пропиарила у себя на странице в Инстаграм? Кто угадает, тому привет передам. В Москву не пора, конечно, пора в Москву. Мы ложимся спать, как хотим, но встаем мы в определенное время. Встаем в 10 утра подъем у нас. В 10 утра регулярно у нас будет будильником. Киев 14 градусов дожди. Ну, 14 градусов довольно-таки неплохо, но дожди это плохо, да. Ну, в Костроме прям как у нас на Сейшелах.
плюс 30, жара. Вологда, тепло, лето. Это хорошо. Москва 20. Москва, шикарная погода. Хочу в Москву. На Красную площадь. Да, бывает под Бузову просыпаемся. Бывает не под эфирные песни. Ингушетия плюс 15, солнце, да, хорошая погода, тепло. Что там, Дима? Вот свидание вам. Видели это свидание в эфире? Как вам? Как вам пара? Есть будущее в этой паре или нет? Как думаете? Смотри, как мы сейчас побежим в эти волны. Просто? А нет, не побежим. Красивая картинка, романтика. Что может быть еще прекраснее? Что еще будет? Я вчера с мамой разговаривала. Это уже неинтересно. Очень неинтересно. Коль, Данила отправили в Москву. Ну, я не могу говорить такие... отвечать на такие вопросы, поэтому узнаете. Смотрите все в эфирах, все узнаете сами. Если отвечу на все ваши вопросы, вам не будет интересно смотреть эфиры, поэтому для этого все и делается анонимно и комнатно. Но у нас, да, многое не показывает, а показывает все самое интересное. У Никиты привет США. О, Америка, привет отдельный. Пау. У Никиты удалось завоевать пингвина? Нет, не удалось. Какой Никита? А, новенький. Так вроде там все в эфирах понятно было. Мы алкоголь не пьем, пьем виноградные напитки, волшебные напитки. В основном местный тут. Такамака называется. Но она такая сомнительная, если честно. Понравилось на доме 2. Да, мне все здесь понравилось, все хорошо. Коллектив хороший. Почему Юля Белый? Да, Юля Белая много чего кто говорит, она вообще никого не понимает, никого не слышит. У нее своя волна, блин, свое радио в голове, поэтому тут никто до нее достучаться не может и никто свои мозги не поставит. Мандазир здесь, на острове. Его что, не показывают еще в эфирах? Да, я сейчас один. Не в отношениях. И не планирую, так как мне никто не нравится. Yes. Мы вот встаем, да. До полного.